Сейчас Паша будет страдать. Общее правило сайт-контроля. Я не хочу сидеть, чтобы мой таз был рядом с его тазом. Тогда он может легко сделать креветку и вставить колено. Да. Я не хочу сидеть ровно посередине, потому что здесь он все равно может меня отжимать руками, вставлять колено, восстанавливать гард. Мне это не нравится. Я всегда хочу сместить свой таз максимально в сторону его головы. Вот сюда. Чтобы я был немножко по диагонали. Во-первых, я далеко от его ног. Если он попытается ставить ноги, он просто не дотянется. То есть вот, я очень далеко. Во-вторых, я вижу его ноги, могу их контролировать руками. В-третьих, я лежу на его руках, и он не может меня спокойно отжимать. Мои колени максимально широко и стоят в упор к его корпусу. Все свои движения в топ-контроле я хочу совершать так, чтобы коленями скрести его ребра. Вот, я здесь, колени максимально близко и широко. Моя спина прямая. Как будто я собираюсь делать становую тягу. Я ни в коем случае не горблюсь, не опускаю голову. Спина прямая, взгляд прямо. Не прижимаешь головой, взгляд всегда прямо. Я буду давить на него своим треугольником. Ключицы, солнечное сплетение. Это самое жесткое место. Я давлю вот этим треугольником на его треугольник. Если я лежу правильно, я могу его вот так вот пощекотать подбородком. Если я лежу животом, у меня нет давления, и я не могу его пощекотать. Поэтому всегда треугольником давим. Чтобы создать давление, я упираюсь в пол пальцами ног. Я упираюсь в пол, чуть-чуть отрываю свои колени, и за счет этого я усиливаю давление. Как только я колени ставлю на пол, давление чуть пропадает, потому что часть моего веса уходит в пол. Очень важно, я остаюсь ровно на этом месте. Я не лезу головой вперед, не упираюсь куда-то. Вот, я здесь, я на него давлю. Мой соперник постоянно будет двигаться. Чтобы ваш контроль был хорошим, мы должны постоянно на него давить, не прерываясь. То есть вот, он лежит. Я на него давлю, спина прямая, взгляд вперед, колени широко, пальцы в пол. И он начинает уходить от меня в черепаху. Он идет, смотрите. Я как давил своим треугольником, так на него и давлю. Я не оторвался от него ни на секунду. Когда мой соперник уходит в черепаху, я не давлю ему на жопу, не давлю ему на спину. Он так уйдет. Я давлю ему вот сюда, между его лопаток. Обратите внимание, когда я контролирую его в черепахе, мой таз максимально близко к его тазу. Моя нижняя нога согнута, она упирается пальчиками в пол. Я ни в коем случае не ставлю колено в пол, иначе мой вес уйдет сюда. Колени оторваны, я давлю на него. Верхняя нога всегда впереди. Вот этот высед, он неправильный и очень плохой. Во-первых, вы здесь создаете меньше давления, потому что у вас таз ниже. Во-вторых, передвигаться в выседе не очень удобно. Здесь у меня таз выше, я давлю, и здесь мне очень удобно передвигаться. Таз прижат к тазу. Он начинает разворачиваться обратно в сайт-контроль, это упражнение. Обратите внимание, стоп, замри. Обратите внимание, он начинает разворачиваться, мой таз рядом с его тазом. Я не даю ему места, чтобы он восстановил свой гард. Я рядом с ним, и я постоянно передвигаюсь на ногах. Топ-контроль – это в первую очередь передвижение. Я двигаюсь в сторону его головы. Разворачиваюсь. Колени широко, близко к корпусу, пальцы в пол, спина прямая, взгляд вперед, давлю треугольником. Он снова уходит в черепаху. Я давлю. Стоп, замри. Обратите внимание. Я все время давлю вот этим местом. Я не пытаюсь залезть на него и давить животом. Он двигается, и я двигаюсь. Вот начинает поворачиваться. Я опускаю свою грудь, давлю, иду за ним. Давлю грудью. Никакого живота. Он снова, он поворачивается от меня. Стоп, обратите внимание. Здесь нет места. Как только здесь будет свободное место, он сразу же вставит ноги, он восстановит гард. Да, обратно. Вот здесь он не может остановить ваш гард. Я двигаю в сторону его головы. Чтобы двигаться, я, ребят, шагаю ножками. Это важно, многие этого не понимают.
стоп-контроль — это в первую очередь движение. Шагаю, 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 шагаю. Вернулся. Всем привет. Меня Михаил Панков. Это Паша Нур. И сегодня я расскажу о том, как правильно давить, контролировать и уничтожать человека в стоп-контроле. То есть это будет сайд-контроль, колено на животе, маунт. Как причинять максимальные неудобства при минимальных затратах. Сейчас Паша будет страдать. Вы не видите, но я вижу, у Паши на щеке отпечаталось мое кимоно. Поэтому он очень надеется, что вы внимательно смотрели, слушали и все запомнили, иначе нам придется переснимать курс и мучить его еще раз. Поэтому не заставляйте Пашу плакать. Смотрите внимательно, изучайте. Если что, задавайте вопросы, я буду рад на них ответить.